В августе 2016 года благотворительный фонд «Металлург», приняв участие в открытом конкурсе Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», выиграл грант на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. На эти деньги фондом был запущен проект «Счастливый возраст. Долголетие, здоровье, молодость души». На сегодняшний день из городских пенсионеров и инвалидов уже сформированы 4 группы по 20 человек, которые получат возможность бесплатного оздоровления в санатории-профилактории «Южный», посещения лимонария, горнолыжного центра «Абзакова», драматического театра имени Пушкина, театра оперы и балета, дома кино и арт-студии «Открой в себе художника». Кроме того, участники проекта станут слушателями университета третьего возраста, в котором для них будут организованы занятия по вопросам права, психологии, здорового образа жизни и компьютерной грамотности. В группу участников включены преимущественно пенсионеры и инвалиды, которые состоят на учете в Управлении социальной защиты населения администрации города и ожидающие своей очереди на лечение, а также одинокие жители специализированного дома ветеранов.